Металлургия – неотъемлемая часть технического прогресса. На современном этапе технологии таких производств должны отвечать всем требованиям к защите окружающей среды и целям устойчивого развития. Вот и компания «Норильский никель» заявляет о своих намерениях идти по зеленому пути. Беллона уверена, так и должно быть. Но так было не всегда. Этот фильм посвящен многолетней истории промышленного загрязнения территории на границе России и Норвегии и ее завершению. 74 года работы цеха – это история геройства, доблести и славы, страницы которой написаны руками поколений работников, которые трудились в этих стенах. 19 ноября 1946 года были получены первые тонны фанштейна. За 74 года здесь было выплавлено 2 миллиона 400 тысяч тонн никеля в фанштейне, проплавлено более 60 миллионов тонн никелесодержащей шахты. И сегодня мы станем свидетелями исторического события в жизни плавильного цеха. Последней плавки металла. Руководит процессом заполнения из ложницы расплавленным металлом начальник плавильного цеха Олег Иванович Климук. Олег Иванович, командуйте. Начинаем розлив плавки. Кадры, снятые 23 декабря 2020 года, запечатлели последние часы работы плавильного цеха в поселке Никель. На торжественную церемонию собрались работники Кольской горно-металлургической компании, представители правительства региона, экологи, журналисты. Событию предшествовала долгая история. С одной стороны, полное производственных свершений и побед в виде миллионов тонн металла. С другой – напряженные борьбы экологов за снижение выбросов вредного производства. Norway and Russia has for many years had a fruitful cooperation on environmental issues. However, the pollutions generated by the nickel works has been a very demanding topic. On our side, we have of course understood the economical motivations and otherwise on the Russian side. But seen from Norway, this was a quite worrisome situation, and it has especially been a worry for the population in Sør-Varanger, just across the border. We and all those who live close to nickel on the Norwegian side are very happy that this question has come to a conclusion, and we believe that this will give the opportunity for the destroyed nature to revitalize. This new situation will also give new opportunities not only for the environment, but also for the region. It will open doors, we hope, for further cooperation for cross-border activities. And of course, the successful cooperation between Norwegian and Russian environmental governmental bodies will continue, focusing on new issues. В архиве сохранилась одна из первых публикаций, посвященная данной теме. 11 ноября 1968 года в норвежской газете «Verdene Gang» появилось следующее сообщение. Пострадавшие на реке Пасвик готовят судебные иски из-за того, что водоток стал настолько загрязненным, что органы здравоохранения запретили строительство водозаборных сооружений. Кажется очевидным, что основной источник загрязнения находится на российской стороне границы, в шахтерском городе Никель. Соглашение об этике на норвежской границе от 1949 года запрещает загрязнение реки Пасвик. То, что у жителей долины Пасвик разрушено водоснабжение, очень серьезный вопрос. Власти должны уделять особое внимание жителям приграничных районов. Norwegian and Russian authorities had the environmental problems from nickel high up on the agenda for 30 years. And the main reason for that was, of course,
because of the pressure from the population in the border area. Here in Kirkenes, there was an environmental movement with thousands of people who were afraid of the ecological damages caused by the smelter in nickel. But this was in the times when the plant were privatized, and it was little the authorities in Moscow could do. It was on the agenda, and it was a very important issue for people of northern Norway and this border region to the Kola Peninsula. К началу 90-х комбинат Печенга-никель представлял собой крупное производство, все инженерные задачи которого были подчинены одной цели – неуклонному наращиванию объемов производства цветных металлов. Цель определялась общей направленностью экономики страны на интенсификацию производства. Между никелем и норвежским Киркенесом не более 30 километров по прямой. С наращиванием производственных мощностей комбината росли и объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, неоднократно достигавших территории Северной Норвегии. Вместе с этим росла и напряженность в противостоянии с норвежскими экологами. 11 мая 1989 года жители норвежской приграничной коммуны и экологической организации «Беллона» вышли на демонстрацию против загрязнения окружающей среды никельским комбинатом на норвежско-советской границе. 10 сентября 1990 года в столице Норвегии Осло состоялась акция «Остановить облака смерти из Советского Союза». Вплоть до закрытия плавильного цеха в никеле предприятие неоднократно подвергалось критике со стороны защитников окружающей среды. В частности, организацией «Беллона» были выпущены ряд докладов, посвященные влиянию данного производства на природу Кольского севера. 2010 год. Все попытки властей скандинавских стран повлиять на сложившуюся ситуацию и добиться сокращения выбросов комбината Печенга-никель за счет внедрения новых технологий и оборудования не находят должного отклика ни у руководства предприятия, ни у российских властей. 2014 год. С целью снижения выбросов диоксида серы необходима модернизация производственного процесса в никеле. Мероприятия и технический апгрейд, которые сегодня осуществляет компания, недостаточны для реального снижения выбросов диоксида серы с производственной площадки в никеле. И это далеко не полный перечень тех претензий, которые экологи предъявляли комбинату Печенга-никель. Закрытие плавильного цеха в поселке Никель и прекращение, полное прекращение вредных выбросов двуокиси серы и тяжелых металлов – это, без сомнения, большой плюс как для российской территории, так и для приграничной норвежской. Нельзя не приветствовать улучшение качества воздуха в Мурманской области. Но вот только это не наилучшие доступные технологии, о которых сейчас много говорят. Это закрытие устаревшего производства, о чем не скрывают даже и сами собственники. На мой взгляд, события могли бы развиваться несколько и другим образом, если бы Норникель 25 лет тому назад взялся за модернизацию плавильного производства. И мне кажется, что к этому моменту, да и может быть намного раньше, вся технологическая цепочка, которая существовала в Мурманской области, была бы сохранена, и не было бы вот этого вот чрезвычайного происшествия, так если можно сказать, как закрытие цеха. Компания «Норильский никель» не может быть местами зеленой, а местами грязной и коричневой. Кольская ГМК – это всего лишь часть «Норильского никеля» и не самая ее большая. Поэтому мне кажется, что до полного запуска серного проекта в Норильске говорить о зеленом имидже «Норникеля» очень преждевременно, особенно в свете последних происшествий, которые были на его производствах. Тема зеленого имиджа для компании «Норникель» – это очень актуальная тема. И «Норникелю» нужно держать себя в хорошем тонусе,
И для того, чтобы все-таки добиваться успехов на рынках металлов, которые являются на сегодняшний день важными для всех практически современных производств, Норникелю придется очень много внимания в ближайшие годы уделять своей экологической политике. Дискуссия по экологии Печенского района в трансграничной зоне и с нашими зарубежными коллегами, соседями, она давно идет. Я в своем слове сказал об этом, что действительно в повестке кампании вопрос стоял давно. Поэтому первое и главное решение – это экологические вопросы. Вы сами видите, в общем-то, картинка, наверное, за себя говорит, достаточно уже устаревшая, физически изношенная даже на вид оборудование, здание цеха, технология устаревшая. И, собственно говоря, весь вот этот комплекс вопросов не позволил даже близко подойти с экономикой по теме модернизации в существующем цехе, в существующей технологии, в существующем оборудовании, модернизации производства, чтобы достичь высоких экологических стандартов. Ну, вот, собственно, это и послужило основными драйверами принятия решений. В ноябре 2019 года руководство Норникеля приняло непростое и окончательное решение – закрыть плавильное производство в никеле. First of all, I think we should today be very happy that the melter in Nikel is finally closed and that the pollution has come to an end. I think also it is good for the people in Nikel, in Kirkenes, and for their future, because they want to develop tourism. They want to live of having a pure nature, pure Arctic winter. And now with the factory and the ecological problems finally gone, I think the cross-border cooperation in this area will benefit very much, because now we don't have to worry about the problems of cross-border sulfur dioxide and the heavy metals in the nature and so on. And also for the tourist business, this is good. И действительно, в планах правительства Мурманской области жизнь моногорода перевести на новые рельсы. Это способно придать импульс развитию добрососедских и взаимовыгодных отношений. В программе, которая будет реализована со следующего года, также предусмотрены новые меры поддержки бизнеса. В частности, акцент основной сделан на развитие туризма, в том числе в связи с тем большим проектом, который будет реализовываться в районе бухты Линахамари и на других территориях Печенского района. И мы в том числе в рамках этой программы предусматриваем и модернизацию колледжа, который будет готовить кадры для, в том числе и для туризма, много мероприятий в сфере городской среды и ремонт в том числе и дорог внутри муниципалитетов. И в целом программа, она направлена на изменение облика никеля, да, создание такого зеленого, удобного, комфортного города, в том числе и так как он расположен, да, в непосредственной близости с государственной границей, для того, чтобы, когда уже все ограничения, мы надеемся, будут сняты, чтобы в том числе и норвежские наши соседи приезжали в поселок, не просто, да, вот проезжали мимо, а проводили здесь время, чтобы им тоже было чем заняться. Закрытие плавильного цеха крупного градообразующего производства в поселке Никель поставило перед компанией «Норникель» и местной властью много вопросов. Начиная от трудоустройства людей, создания рабочих мест, поддержки действующих и открытия новых производств. У меня оптимизм стопроцентный. Я могу сказать, что все, о чем мы, что мы планировали год назад, когда было принято решение, оно уже фактически состоялось. Компания «Уралгрид» зарегистрировала в июле этого года на территории никеля компанию «Мурманский абразивный завод», которая уже фактически, можно сказать, начинает свою деятельность, да, и в следующем году запустит производство абразивных материалов из шлаков, из отходов производства. То есть фактически это такой экологический проект для Печенского района. Это рабочие места, это налоги, это производство. Я точно знаю, что это всего лишь шаг в развитии. Знаете, это как просто необходимая
операция расчистить плацдарм, принять решение, что мы развиваемся как экологическая зеленая компания, и идти по этому пути. Поэтому у компании Норильский никель, у Кольской горно-металлургической компании большие планы на будущее, на развитие производства, и мы будем строить новые, современные, высокотехнологичные, автоматизированные, цифровые производства. Поэтому для меня это просто возможность скинуть старое и обновляться. В отчете Норникеля об устойчивом развитии компании в разделе «Окружающая среда» сообщается, что в 2019 году выбросы диоксида серы Кольской ГМК в поселке Никель составили 56,6 тысяч тонн. Для сравнения, в том же 2019 году совокупные выбросы того же диоксида серы по всей Норвегии составили чуть более 16 тысяч тонн. Поселок Никель занимает территорию в 15 квадратных километров. Из них 2,5 квадратных километра – это территория промышленной площадки Норильского никеля. И вся эта территория на протяжении 70 лет подвергалась воздействию вредных веществ, выбрасываемых плавильным цехом. И эта обширная территория, она требует уборки. И по данным отчета компании, то есть Норильского никеля, только за 2019 год было выброшено 56,6 тысяч тонн диоксида серы. Если поднять более ранние отчеты, то становится ясным, что до этого выбросы были еще более обширные. Конечно, существовали ли способы сократить выбросы еще тогда? Да, существовали, но сейчас уже после драки кулаками-то не машут. Соответственно, сейчас выбросы прекратились, да? Плавильный цех закрыли. Тяжелые металлы тоже бы перестали оседать. Лунный пейзаж как был, так и остался. Повреждение нанесено, и оно требует какого-то решения. Особенно с учетом заявления компании и правительства Мурманской области о том, что поселок хотят превратить в некий центр привлечения туристического движения, в плацдарм для общения с соседями, то есть той же Норвегии, Финляндии. Вот, например, директор Кольской ГМК Евгений Борзенко буквально недавно заявил о том, что их профильный институт Гипроникель уже разрабатывает некую план, некую программу по реабилитации территории, и что, якобы, по его словам, к 2027 году работа уже по выполнению этого плана будет завершена. Слышать отрадно. И, конечно, нам, Белонию, вот очень хочется увидеть этот план тогда, когда он будет вынесен на суд общественности. Очень хочется узнать, какой именно объем территории будет подлежать восстановлению, какие технологии они собираются применить, потому что на данный момент все эти вопросы остаются без ответа, как бы мы их ни задавали. Мне кажется, что проект, направленный на преображение, да, вот годами подавляемой территории, может стать тем самым имиджевым проектом, который поможет компании Норникель получить столь желаемый им статус зеленой компании. Но пойдут они по этому пути или не пойдут, остается только за ними. Церемония закрытия плавильного цеха в поселке Никель уже история. Для кого-то грустная, потому что с этим связана вся его рабочая биография. И в кадрах хроники мы видим энтузиазм плавильщиков. Кто-то полон оптимизма и надежд, что данное решение обернется пользой для местных жителей приграничной российско-норвежской территории. Но сегодня очевидно одно – потребуется еще очень много сил для восстановления природы, сохранения уникального и такого хрупкого северного ландшафта. В конце марта 2021 года Кольская ГМК остановила плавильное отделение металлургического цеха и на своей промышленной площадке в Мончегорске.